Девочки, привет всем! Я сегодня вообще без никакого макияжа. В общем, решила я пройти процедуру биоревитализации. Надо было, конечно, начинать заниматься этим еще несколько лет назад. Вот, но я решилась только сейчас. Поеду, попробую, хочу исправить, ну, тургор кожи потянуть, потому что межбровка где-то начала вот тут уже проявляться. Вот тут вот с прошлой зимы стали делаться вот эти складочки. А здесь, да, марионетки стали проявляться. Ну, так уже прям хорошо видны, да? Вот они. И здесь тоже кисейные морщинки стали делаться. Возраст такая штука, что природа берет свое. Соглашаться с этим не хочется, поэтому надо за собой ухаживать. Благо, доход, можно сказать, так позволяет пускаться в такие авантюры. В общем, поеду я сейчас попробую всю эту историю. Потом расскажу вам, покажу, что получилось. Сосудики я подмажу. С одной стороны, с другой, чтобы, ну, все равно где-то чувствительность все равно будет присутствовать. Не знаю, я вообще ничего не чувствую. Ну, это отлично. Хотя странно, на щечках как сосудики. Ну вот, девочки, вышла я от косметолога. В общем, смотрите, вот такие вот папулки, да, не по лицу. В общем, прокольчики. Ну, кое-где, конечно, будут синячки. Но ничего страшного, это все рассосется. В общем, это гиалуроновая кислота, коктейль из витаминов. Вот, я по ощущениям вообще ничего не чувствовала. В общем, вот эта первая процедура, она оказывает очень хорошее такое увлажнение. И последующие две процедуры с интервалом в 3 недели, в 2-3 недели, ну, у меня в моем случае с интервалом в 3 недели, вот, они уже будут оказывать плюс к увлажнению и осветлению вот этих пигментных пятен какие-то есть. Они еще будут, плюс будут оказывать такой выраженный лифтинг эффект. То есть потянется вот эти вот все складочки, да, оно разгладится, встанет на свои места. Вот эти вот морщинки, которые здесь образуются, они разгладятся. И вот эту вот процедуру биоревитализации, ее необходимо проводить раз в полгода. То есть, получается, 3 месяца на курс уходит, да, с интервалом 3 недели, ну, почти 3 месяца. И потом через полгода, то есть один раз в 8 месяцев можно себе такое позволить. Я вообще за то, чтобы женщина позволяла себе больше. Мы зарабатываем эти деньги, и на себя, на любимую, конечно же, в первую очередь нужно отложить, потратить на здоровье, на косметолога, да, то есть на красоту, на какие-то свои желания. В общем, заботьтесь о себе и позволяйте, девчонки, себе больше. Мы эти деньги зарабатываем для себя. Когда женщина в ресурсе, когда она полна, да, она рада, она счастлива, она в ресурсе, в энергии, тогда и люди, окружающие, и дом вокруг нее тоже наполняется светом, добром, теплом, улыбками, радостью. Поэтому не обделяйте себя. Не купите лишнюю шоколадку ребенку, не купите мужу банку пива, пусть курить бросает и все остальное. Вначале себе, потом остальным. Вот это залог счастья, и это правильно. Сама о себе не позаботишься, никто тебя не позаботится. Поэтому не забывайте о себе в первую очередь, потом уже об остальных. На крокодильчика похоже, с такими штучками. А рассосется, думаю, к утру можно, да, так, конечно, останутся какие-то пятнышки, но не так страшно. В общем, будем делать теперь регулярно.